Ну, что делать? Мы же в Питере живем, тут сплошные дожди. От этого нам не избавиться никогда. Будет вода, будет грязь, все равно будет. Нет, то, что они тащат в берлогу все подряд и там гадят, это понятно. Мы же когда построим это, гималайцы верхолазные, им вверху гнезда сделаем, тогда будет чище, он будет там от дождей прятаться, и все равно будет выглядеть. Да мы всем все будем по-другому делать. Да, мой хороший. Скажи, нужно не берлоги лепить, а дома, чтобы человек туда войти мог. Скажи, эти берложки хорошо? Вот стряслось что-то с носиком или хвостиком, не дай бог, а он в берлоге, что сделаешь? Не войдешь, не выйдет. А что ты с ним там сделаешь в берлоге? Вытащишь через эту дырку вот эти 300 килограмм? Не вытащишь. Да, он хороший, задница мокрая. Сижу за решеткой. Так, секунду, сейчас сниму. Вон. Безобразие, люди в клетках, да? Свободу. Ты мой красавец. Подожди, тебя надо снимать. Подглядывание за подглядывающим. Подглядывает за подглядывающим. Ты мой хороший. А он носик сел в эту колесико и яблоки жует. Вы их лишь... Да, вы лишили медведей трона. Зачем яблок столько насыпали? Это еще мало. А как им сидеть? Да главное, подальше выгребает. Сверху не интересно. Сверху не интересно. Да. Они вот сейчас выгребут и сядут на трон. Уставши. Thank you.